Дарить любовь своими песнями в Архангельске выступила Юлия Самойлова, призер проекта «Фактор А», руководит которым примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Юная певица во всех интервью не перестает доказывать, что инвалидность не приговор. Своим примером она дает надежду на осуществление мечты таким же молодым россиянам. В столице Поморья певица стала специальным гостем благотворительного концерта «Ты не один». Она так затронула душу, ее чистый, светлый голос, ну просто ангельский. И когда вот дочь мне сказала, что мама Юля будет у нас выступать в Архангельске, я сразу говорю, обязательно пойдем посмотреть на нее и послушать ее голос. Это просто, это чудо, самое настоящее чудо. К тому же концерт ведь благотворительный, и, мне кажется, это дело любого человека, поддержать таких, как Юля Самойлова. В концерте также принимали участие творческие коллективы Архангельска. Вырученные средства будут переданы благотворительным организациям, оказывающим помощь людям в сложных жизненных ситуациях, и приютам для бездомных животных. Мероприятие посетили известные люди города, которые поддерживают благотворительность. Многие избавляются от ненужных вещей домашних, просто выбрасывая их на помойку, да, тем не менее, детские сады, детские дома, там, да, много чего может им потребоваться. Вот мы постоянно, все, что мы перебираем гардероб, мы всегда относим либо в церковь, либо там в детские садики, или еще куда-то. Вот, поэтому здесь самый главный, все-таки, я считаю, вопрос духовности. Чтобы мы вспомнили, что нужно жить не от живота, а от души. Я надеюсь, что в свете новых событий мы наконец-то вспомним обратно наша духовная составляющая.